Торжественным построением на стадионе «Новые Химки» открыли фестиваль футбола для девочек «Мы в игре». Спортивное событие приурочили к 85-летию городского округа и к открытию местным профессиональным футбольным клубом секции для девочек. Начинаем развивать женский футбол в Химках. Это новая страница, так сказать, в нашей футбольной истории. Надеюсь, что у нас все получится. И в скором времени мы также будем видеть наших девочек в составе женских команд, клубных, сборных области, России. И как бы они будут продолжать наши славные спортивные традиции городского округа Химки. А продолжать славные традиции есть кому. Турнир собрал более 100 участниц. Это 12 школьных женских команд со всего Подмосковья. У меня брат тоже за школу играл. И я решила тоже попробовать свои навыки. Ну, пока мы сейчас тренируемся, но мне уже все нравится. В первой части фестиваля общая разминка, упражнения с мячами и конусами под руководством старшего тренера женской молодежки по футболу Елены Медведь. Бронзовый призер женского чемпионата Европы констатирует, женский футбол сегодня становится все более популярным. Хочу сказать, что сейчас очень много говорят о женском футболе, очень много о нем пишут, и соцсети сейчас очень сильно развивают. И, в принципе, вот сейчас наша суперлига, она идет, наверное, такими широкими шагами для того, чтобы девчонки приходили в школы, приходили в секции и участвовали в такую игру, как футбол. Во второй части турнира прошли непосредственно футбольные матчи. Каждая команда сыграла 3 игры по 5 минут. Завершился фестиваль мастер-классом и автограф-сессии от игроков основного состава футбольного клуба «Химки». Играйте в футбол! Олег Тюрин, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.